Всем привет, всем привет! Ну а у нас, наверное, заключительное видео по подаркам из, как бы сказать-то, Золотая Лига, 22 уровень, Туска, привет, привет! Я вижу, что ты успел как раз на последний день, не знаю, чем ты занимался, в тайге был, копал картошку, был на даче, не знаю что, но ты пропустил всю майскую акцию, это очень печально. Можно было бы, кстати, пожертвовать хотя бы 1500 рублей, чтобы еще покруче прокачаться, по крайней мере, немножко по дропу я охренел, потому что с такого количества подарков, которые сыпало с больших, я не видел ни у кого. Но это просто из-за того, что тебя не было в остальные акции. Вот и все. А так, я очень доволен, чем тебе выпало. Так что не забудь потратить квиды. Осталось буквально у тебя 2 дня. Не забывай потратить квиды. Ну и поздравим Туска, конечно же, с выкачиванием призов. Ну, счастливо, Золотая Лига! Счастливо! Знакомство в сети, мы всеми запяты, и все тут запрятно, кроме нашей планеты. Безумно все лезет, я главный актер, а ты режиссер фильма. Мотор, мы снимаем наши кадры. Стоп, нокаут нанесен прямо нон-стоп снято. Так мило и страстно, так грубо и громко. Ты просто моя и на этом full stop. И будут искать наши stories в моментах. Под эти моменты будет уйма комментов. И все эти люди просто в коннекты, а репостно заметкой. Файные моменты, и наш фильм будет во всех компонентах. Под скрытыми цифрами, помню, что лет. Запомните, люди, кому интересно. А мы на бэкстейже любуемся этим. Так же заметно. И каждый день помню, мы с тобой, не считая секунды, считали. Следующий день написав я тебе, подумал, что ты не увидев еще. Но все-таки снова звоня я тебе, трезвоню тебе, как я теперь. Подумать я должен, понять не могу. Ответа я получить так и не смог. Зачем все это надо было, я не пойму. Ведь думал, что ты мой конечный абзац, и был в нем уверен, так как никогда. Опять все вранье, как я устал. Репиты преследуют, будто закон.